Владимир Мартыненко – военный летчик. После войны занимался испытательской работой. Во время подготовки к испытанию на новой земле самого мощного термоядерного заряда был назначен ведущим летчиком. Взрыв был произведен на высоте 4000 метров над целью. За мужество и героизм, проявленные при проведении воздушных ядерных испытаний, Мартыненко был удостоен звания Герой Советского Союза. После увольнения в запас жил в Сочи, здесь же и похоронен. Вдова с просьбой почтить память героев в преддверии юбилея Нового года Великой Победы обратилась к главе Сочи Алексею Капайгородскому. Он не говорит, он не обещает, он просто делает. Вот за это я ему очень благодарна и вообще всей команде, которая, как я наблюдаю, повернулась лицом к людям и вижу совершенно искреннее желание помочь каждому из живущих сочинцев. Мемориальная доска установлена на доме номер 61 по улице Роз. В центральном районе открыта еще 21 памятная доска. Всего в Сочи в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной появились 40 мемориальных табличек.